Привет всем! Разбавил я для вас видосик такой вот вставкой из пейнтбола. Кстати, первый раз рублюсь в эту тему. Записал полноценное видео, сел его монтировать. Под музыку хотел классный видос сделать, но там вообще не было никаких моментов. Не видно, куда эти пули летят. В общем, что попало. И вот был только в конце нормальный такой момент, который можно показать. Так что вот я его вставил. Итак, а на очереди у нас секундный скальпинг. Запускаем. Видео я уже записал. Поехали. Итак, сейчас я вам скажу, что произошло. Заключил одну сделку, вторую, первую неудачно, вторую еще так себе. Смотрите, народ, у меня произошла просадка. Просел я на 50 тысяч. Кстати, вот здесь именно в секундном скальпинге. В конце я вам покажу историю торговли, покажу мою просадку. Но здесь более-менее у меня получилось как-то возместить убытки. Так, смотрите, я здесь ловлю самые-самые нижние точки и заключаю на повышение. Почему я здесь заключаю на повышение? Потому что здесь идет восходящий тренд. Общая тенденция на паре евро-доллар была восходящая. И я заключаю, ловлю только нижние, заключаю на повышение. Но видите, здесь мне очень не везло. Редко сталкиваюсь с такой ситуацией именно на секундном скальпинге. Здесь просто рынок просто настолько был... Настолько его колбасило в разные стороны, что очень было трудно заключать сделки. Вот, видите, заключаю. Некоторые закрываются в плюс, некоторые в минус. Здесь более-менее еще нормально заключил сделки. Здесь опасно заключать сделки, потому что... Волатильность упала в очень узком коридоре. Так, здесь у нас опять закрыли в минус. Здесь мне вообще очень-очень не везло. Здесь возвраты уже идут. Так, общая тенденция восходящая. На самых верхних точках я хотел заключить пару сделочек вниз, чтобы перестраховаться. И смотрите, вот видите, неудачно заключил сделку. Очень неудачно. График последний момент выстреливает. Я заключаю ее не в том месте, где хотел. Жду просадки, смотрите, опять заключил в верхней точке. На повышение заключаю в верхней точке. Очень не везет. Так что реально будьте осторожны с секундным скальпингом. Смотрите. Так, здесь нормально, одна закрылась. Не успел на понижение заключить. На повышение тоже не успел. Заключаю на повышение опять в одной и той же точке. Опять в одной и той же точке. Смотрите, еще раз заключаю. Четвертую сделку я заключаю не там, где я хотел. Вот как может рынок себя вести. Так что реально очень будьте осторожными с секундным скальпингом. Смотрите, если бы я заключал сделки во всех самых нижних точках, я бы везде был в плюсе. Но очень тяжело словить эту ситуацию. Ну, здесь общая тенденция была восходящая. График пошел на повышение. Все идет отлично. На самых верхних точках я на понижение открываюсь. И вот эти вот сделки заходят. Пока все идет хорошо. Так, здесь у нас будет возврат. И нам дают возврат. Вот, видите? Но там дальше общий был жесткий восходящий тренд. И потом началось затухание. Я люблю в таких затуханиях поторговать. Но здесь было очень-очень реально опасно. Вот здесь я отлично. Вот, наверное, три раза за торговлю словил только отличную точку, как бы я хотел заключить сделки. Ну, здесь я отлично заключил сделки. Здесь идет откат. График откатывает. И вот на этом моменте, на этих последних двух сделках, я принял решение закончить торговлю. Закрывается одна, закрывается вторая, все отлично.
Итак, давайте посмотрим историю. Здесь у нас все хорошо, концовочку мы вытянули. Остались в плюсе, где-то на $100 только в плюсе. Вот здесь мы начали торговлю. И вот здесь, видите, пошла моя просадка. По 10 тысяч, 2 сделки по 20. 5 сделок по 10 тысяч, я ушел в просадку. Вот такое вот может случиться. Так что, народ, если торгуете по секундному скальпингу, будьте осторожны. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.